всем привет. Обещал по утеплению дома отчетик снять небольшой. Вот на сегодняшний день я решил его снять. У нас уже есть данные полностью за 14, 15 и 16 год. И в середине лета. Вот, и давайте поглядим. Вот у нас квитанция. 30.06.14 долг. Вот. Показание счетчика было 40.62. После этого мы перестали практически, у нас еще немного квитанции есть. После этого мы решили уже, что будем оплачивать по электронке. Вот. Официальный сайт. Электронка. Вот смотрим. Последнее число 30.06.16. 30.06.15. Вот. И давайте теперь отнимать. На 30.06.16 года 11.400. Отнимаем 82.51. Это у нас будет равно 31.49. Вот я уже здесь поотнимал. Это за 15-16 год. С 30 по 30 число. Дальше смотрим. 14 год. 40.62. 82.51. Отнимаем 40.62. 41.89. Ну вот, я уже высчитал, что будет 25% разница. Вот, но только нужно не забывать, что у нас котел работал на единице, а раньше он работал на тройке. И в самый лютый мороз у нас на тройке всегда было холодно около 15 градусов. 15-14. В этом году у нас ниже 18 градусов температура не опускалась. Так что это тоже можно считать как в плюс. Так что вот смотрите, можете сами пересчитать. Но 25%, я думаю, даже около 30% у меня есть разница. Потому что стало еще и теплее. Ну что, кому была полезная информация, не забываем подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх. Всем счастливо!